В России отметили День добровольца. В связи с событием в правительстве Магаданской области прошла встреча губернатора региона с представителями волонтерских объединений Колымы. Сергей Носов поздравил собравшихся и вручил региональные премии и благодарности. Денежные вознаграждения получили волонтеры из Российского союза молодежи, волонтерского отряда «Надежда», Магаданского политехнического техникума, общественной организации «Молодежный меридиан». За развитие колымского добровольческого движения благодарственные письма от главы территории получили представители волонтерского объединения «Чайка», медицинского колледжа, союза пенсионеров и юношеской библиотеки. Есть случаи, которые требуют обязательной поддержки или помощи со стороны ближнего. Значит, для нас, для колымчан, это, наверное, уже такая определенная историческая память. Где-то, может быть, на генном уровне, через восприятие, через восприятие того, как к этому относится старшее поколение. Поэтому я считаю, что для нас это вообще особенно присуще колымчанам было всегда. Сегодня в Магаданской области действует 55 молодежных добровольческих организаций и инициативных групп, объединяющих около 3000 человек. Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают помощь в проведении крупнейших мероприятий.